Уважаемые студенты, перейдем к последней заключительной лекции нашего курса. Она посвящена инфекционным фонам. Инфекционные фоны представляют собой обособленный раздел иммунитета растений, связанный с такими дисциплинами, как фитосанитарный мониторинг, общая фитопатология и прикладная селекция. В западной литературе инфекционный фон обычно рассматривают как потенциал инокулюма. Инфекционный фон включает в себя два компонента. Первый компонент – это инфекционная нагрузка или инокулюм. Второй компонент – это условия заражения, то есть это внешние факторы окружающей среды, сопутствующие заражению. Давайте рассмотрим, что такое инфекционная нагрузка или инокулюм. Это можно видеть наглядно на графике, который, по сути, представляет собой кривую нормального распределения. Это зависимость эффективности заражения от концентрации пропагул или спор патогена. Мы видим три типа концентрации спор патогена. Минимальная, оптимальная и максимальная. Инфекционная нагрузка – это количество инфекционных единиц, пропагул или спор патогена на какую-то единицу площади растения хозяина. Она определяется методом смыва этих самых спор с тканей растения хозяина. Об этом более подробно говорится в фильме «Фитонциды». Итак, на данной кривой можно видеть три зоны концентрации спор паразита. Минимальную инфекционную нагрузку, оптимальную инфекционную нагрузку и максимальную инфекционную нагрузку. Минимальная инфекционная нагрузка – это такая нагрузка, которая нужна для того, чтобы болезнь хоть как-то начала развиваться, чтобы пошел патологический процесс. Оптимальная инфекционная нагрузка – это такая нагрузка, такая концентрация спор, которая содействует наиболее сильному развитию болезни. Наконец, максимальная инфекционная нагрузка – это такая нагрузка, такая концентрация спор, которая еще способствует развитию болезни. Максимальную споровую нагрузку можно сравнивать, скажем, с людьми и их поведением в час пик в переполненном метро, автобусе или каком-либо еще общественном транспорте. Отметим, что для определения инфекционной нагрузки методом смывов используют метод центрифугирования. Особенно тогда, когда инфекционная нагрузка может быть близка к своим минимальным значениям. Этот способ используют, например, для определения концентрации телеоспор возбудителя твердой головни пшеницы, а также при проведении карантинных мероприятий вторичного досмотра для определения инфекционной нагрузки возбудителя индийской или карнальской головни пшеницы. Если при поступлении партии зерна вовремя не засечь наличие возбудителя этой самой индийской или карнальской головни, то она может попасть в важные зерновые регионы нашей страны и наделать там бед. Это надо предотвратить. Теперь условия заражения. Здесь все просто. Они могут быть благоприятны для заражения и неблагоприятны для заражения. Более подробно об этом говорится в моей лекции, посвященной инфекционным болезням растений. Благоприятные условия заражения представляют собой обычно умеренные показатели по температуре и влажности, а неблагоприятные условия заражения представляют собой отклонение от умеренных значений по этим показателям. Представляю вашему вниманию таблицу, в которой инфекционный фон классифицируется как напряженный, умеренный или слабый, в зависимости от
распределения инфекционной нагрузки и условий заражения. Таким образом, напряженный фон – это оптимальная инфекционная нагрузка и благоприятные условия заражения. Умеренный инфекционный фон бывает при минимальной или максимальной инфекционной нагрузке и благоприятных условиях заражения или другой комбинации оптимальной инфекционной нагрузки при неблагоприятных условиях заражения. Наконец, слабый инфекционный фон возможен при минимальной или максимальной инфекционной нагрузке при неблагоприятных условиях заражения. Такие распределения представляются очень логичными. Продолжим говорить про классификацию инфекционных фонов. Инфекционные фоны бывают искусственные и естественные. Искусственные инфекционные фоны создаются человеком, и они должны создаваться в специально отведенных для этого местах и территориях и организациях, таких как лаборатория защиты растений в нашей Тимиряевской академии, специальные теплицы в Институте защиты растений, что в Санкт-Петербурге, в Институте фитопатологии в Голицыно, Московской области и в Институте карантина растений в Быково, Московской области. Это обособленные, огороженные от внешнего мира специальные территории, чтобы никакая, так сказать, инфекция не вышла за рамки данных организаций, данных территорий. Это очень важно, это очень ответственный момент. В других местах искусственные фоны создавать не рекомендуется, их создавать там просто нельзя. Естественные инфекционные фоны создаются природой. Они имеют региональную приуроченность, то есть условия заражения определяются внешними экологическими условиями, действующими в определенном регионе. Конечно, естественные инфекционные фоны бывают разной интенсивности, и важно в режиме фитосанитарного мониторинга проводить работу по отслеживанию статуса естественных инфекционных фонов. И по особо опасным болезням такую работу проводили, например, по болезням зерновых культур и болезням картофеля. Приведу пример. Сергей Степанович Санин и Михаил Федорович Григорьев из Института фитопатологии, из Московского отделения Вавиловского института растениеводства многие годы в советское время и в России проводили такую работу по зерновым, по болезням зерновых. Для примера я приведу вам карты распределения корневых гнилей разных типов в нечерноземной зоне России. Эти карты составлены Михаилом Федоровичем Григорьевым в его замечательной монографии. Также в Институте фитопатологии такое картирование провели по фитофторозу картофеля под руководством Алексея Васильевича Филиппова. Карту я вам представляю. В ней видны зоны с различной интенсивностью развития и вредоносности фитофтороза картофеля. Определение естественных инфекционных фонов важно для карантинных болезней. Это вообще имеет огромное значение. Есть такой подход – анализ фитосанитарного риска, или сокращенно АФР. При проведении АФР мы смотрим инфекционные фоны для карантинных болезней в их естественных ареалах. Уточняем разные вопросы в них, связанные с развитием и вредоносностью этих болезней. А вот для районов, куда это заболевание может попасть, и проводят анализ фитосанитарного риска. Для примера приведем рак картофеля. Его ареалы приходятся на Западную и Центральную Европу, а в СССР и России он встречался эпизодически. И надо признать, что работа по уточнению естественных инфекционных фонов 1980-е годы в советский период, да и сейчас помогает. Короче, она помогла предотвратить массовое развитие этого неприятного заболевания на картофеле и снять все его вспышки.
продолжаю классифицировать инфекционные фоны. Выделяю такую группу инфекционных фонов, как напряженный или провокационный инфекционный фон. Эта разновидность инфекционного фона нужна для определения биологической и хозяйственной эффективности средств защиты растений. Ну, прежде всего, для определения уровня устойчивости различных сортов сельскохозяйственных растений. Это сильные инфекционные фоны, характеризующиеся оптимальной инфекционной нагрузкой и благоприятными условиями заражения. Имеется два критерия напряженного провокационного инфекционного фона. Первый критерий – это воспроизводимость инфекционного фона. Обычно этот критерий хорошо достигается при отсутствии севооборотов, при длительном высеве одной и той же сельскохозяйственной культуры с ее последующим заражением. И второй критерий – это однородность инфекционного фона, то есть и нагрузка, и условия заражения должны распределяться равномерно. Опять-таки, это хорошо достигается при естественных инфекционных фонах. Это достигается в авиловских центрах происхождения культурных растений и рядом с ними. Достижение этих двух условий позволит избежать ошибок при проверке эффективности средств защиты растений. Как их можно классифицировать? Их можно также классифицировать на искусственные инфекционные фоны и естественные инфекционные фоны. Об искусственных инфекционных фонах, будь то провокационных, будь то иных, я уже рассказал. О естественных инфекционных фонах нужно сказать отдельно. Естественные провокационные инфекционные фоны развиваются, так сказать, естественным путем в авиловских центрах происхождения растений или каких-либо смежных ареалах. Вавилов по ходу своих путешествий и отчетов о них убедительно это доказал. А его принципиальный последователь Петр Михайлович Жуковский, кстати, заведующий кафедрой ботаники нашей Тимиряевской сельскохозяйственной академии, его мемориальную доску можно видеть на 17-м старом учебном корпусе. Так вот, Петр Михайлович Жуковский сформулировал концепцию сопряженной эволюции растений-хозяев и патогенов в центрах происхождения культурных растений. В Мексике, в высокогорной долине Толука, установлено, что там находится центр развития возбудителя фитофтороза картофеля. Центр происхождения картофеля – это Перу, но в Мексике, в долине Толука, рядом с вулканом Невада де Толука, произрастают растения соляном демисум. И это естественный резерватор видов фитофтора инфестенс. Почему так получилось? Соляном демисум – это очень устойчивое растение. И чтобы заражать растение соляном демисум, фитофторе нужно иметь высокий уровень вирулентности. Получается своеобразный биологический резерв вида. Картофель не является таким резервом, потому что это растение более восприимчивое к различным катаклизмам. Соляном демисум растение весьма толерантное к ним. Но благодаря высокому уровню вирулентности в мексиканской высокогорной долине Толука, там таким образом и получается высокий напряженный уровень инфекционного фона. Другим примером естественного провокационного фона могут быть популяции возбудителей ржавчины и головни зерновых культур в Передней Азии и на Кавказе. В этих регионах наблюдается очень высокое разнообразие естественных ареалов растений-хозяев, то есть пшениц и близких к ним видов дикорастущих злаков. Поэтому и в этих регионах уровень
инфекционного фона естественного происхождения очень высокий. Еще один важный, принципиальный и сложный вопрос, который мы разбираем в рамках нашей лекции про инфекционные фоны, это комбинированные инфекционные фоны. Что такое комбинированные инфекционные фоны? Это смесь инфекционных нагрузок в разных концентрациях разных патогенов, плюс меняющиеся условия заражения. То есть уже сразу можно видеть, что это комплексное такое понятие. Вот, если брать смесь инфекционных нагрузок или инокулюмов, то их называют патокомплекс. Есть такой термин, приобретающий большую актуальность сейчас. Значит, давайте приведем несколько примеров комбинированного инфекционного фона, говоря о патосистемах, включающих картофель и его паразиты. Надо сказать, что инфекционные фоны могут работать по-разному за счет взаимодействия патогенов между собой и влияния на них изменяющихся условий заражения. Это показано на схеме, которую я вам предлагаю. На ней видно много стрелочек, обозначающих довольно разные взаимодействия. И на выходе может быть три эффекта. То есть при поражении растения хозяина комбинированным инфекционным фоном может быть три эффекта. Это нейтрализм, антагонизм и синергизм. При нейтрализме патогены взаимодействуют между собой нейтрально. То есть критично друг на друга они не влияют, как бы дополняют друг друга. В качестве примера можно привести такой факт, как заражение клубней картофеля мокрой гнилью и фузариозной гнилью. На самом деле интересно, что очень часто массивы бактериальных клеток могут перемежаться гифами возбудителя фузариоза. Такой интересный момент. Антагонизм – это эффект, при котором патогены мешают друг другу. Для примера могу привести фитофтороз и альтернариоз картофеля. Эти патогены плохо уживаются друг с другом, работая в разных условиях заражения. Как хорошо известно из курса фитопатологии, фитофтороз работает во влажных условиях, альтернариоз в сухих условиях. Был очень интересный год, 2010, когда июнь был холодным и влажным, а в конце июня и в июле, да и в августе начались засушливые условия, сменившиеся атмосферной и почвенной засухой. Это период, когда горели леса, когда был смог, когда людям во многих регионах России было очень плохо и трудно. И вот в июне на картофеле и на томате пошел довольно сильный фитофтороз. Но с конца июня и в начале июля погодные условия сменились, и развитие фитофтороза закончилось. Образовавшиеся некрозы никуда не делись. И прямо в них начал развиваться мицелий и пошло образование конидий альтернарии. Развитие альтернариоза в этом году было значительным. Таким образом, мы не наблюдали совместного развития фитофторы и альтернарии, но по мере изменения наблюдали оперативное вытеснение альтернарии, фитофторы. Теперь приведем пример синергизма между инфекционными нагрузками различных патогенов. Это альтернария и фузариум, которые способны вызывать так называемое сопряженное трахеомикозное увядание картофеля. Что это такое и как оно работает? Оно работает очень серьезно. Начиная с 2013 года на территориях
обширных территориях, где интенсивно возделывался картофель, зарегистрировали проблемы с так называемым сопряженным трахеомикозным увяданием картофеля. Это прежде всего Поволжье, Кировская область, участки Владимирской области и даже некоторые полевые массивы картофеля на территории нашей Тимиряевской сельскохозяйственной академии. Значит, итак, начинал работать альтернариоз в сухих условиях. Он образовывал некрозы, и наряду с этими сухими условиями мы наблюдали падение иммунитета растений, картофеля. Далее погода могла измениться, шли дожди, и в этих условиях растения картофеля, уже ослабленные, подвергались массированной атаке возбудителя фузариоза. Надо отметить, известно, что большое количество возбудителей фузариоза картофеля находится в почве. И по мере наступления влажных условий эти пропагулы, эти споры возбудителя фузариоза активировались. Они проникали в ослабленные растения картофеля и там развивались, в том числе и по проводящим тканям. И вот наступал этот сопряженный эффект, то есть по ходу изменяющихся условий заражения, ослабления иммунитета и усиления действия одного патогена за счет действия другого патогена. Вот этот пример особенно показателен, очень хорошо и здорово, что он реализуется далеко не всегда. То есть эпифитотии на картофеле наступают не всегда, но этот пример показателен, потому что он демонстрирует, как может действовать естественный комбинированный инфекционный фон. Таким образом, комбинированные инфекционные фоны довольно неплохо изучены в теории, об этом можно почитать в нашем учебнике по иммунитету растений, но на практике их применяют достаточно редко, потому что это сложно делать в силу разных взаимодействий между патогенами, но использование комбинированных инфекционных фонов очень привлекательны на практике для селекционеров. Используя инфекционные фоны на практике, можно получать данные об эффективности средств защиты растений, устойчивости сортов сельскохозяйственных растений сразу к нескольким патогенам, значимым патогенам, которые часто встречаются в поле. Мы рассмотрели основной теоретический материал, посвященный инфекционным фонам. Теперь рассмотрим методы их получения. Первый метод – это метод заражения растений суспензией инфекционных единиц, таких как споры, зооспоры, конидии и так дальше. Как приготовляется суспензия, мы рассказали вам и показали вам это в фильме «Фитонциды». Приготовленная суспензия – посредством опрыскивателя, пульверизатора, наносится на листья растения хозяина. Здесь есть ограничения. Это обычно делать лучше в вечерние или утренние часы, для того, чтобы избежать негативного действия на споры патогену солнечной инсоляции. У меня в руке опрыскиватель с суспензией возбудителя фузариоза. Я хочу заразить им хвойник. Сейчас я буду это делать. Прошла неделя, и можно видеть характерные симптомы заражения. Отдельной модификацией нанесения инокулюма или инокулята растений является так называемая камера Дунина
применение камеры Дунина. Камера Дунина представляет собой металлическую небольшую конструкцию, напоминающую прищепку. Посредством такой прищепки к листу растения можно прикрепить инокулюм, например, фрагмент агаризованной среды, содержащей структуру возбудителя болезни. Я хочу показать, как посредством специальной, очень примитивной на самом деле камеры, можно сделать заражение листьев растения инокулюмом. Вот берется инокулюм, он закладывается в целлофан. Целлофан закрепляется на лист и укрепляется все это прищепкой. Михаил Семенович Дунин изобрел принципиально таким образом встроенную, похожую на прищепку, камеру, предназначенную для инокуляции листьев растений. Она многократно использовалась в Институте фитопатологии и Тимиряевской академии на профильной кафедре фитопатологии для заражения растений. Второй метод – это нанесение инфекционных структур патогена в основание растений или даже в посевные лунки. Суспензия приготовляется сходным образом и определенным образом наносится в посевные лунки. Сейчас мы покажем вам способ заражения картофеля возбудителем корневой гнили. У меня два помощника. Георгий, он имеет в руках сосуд суспензии конидий возбудителя корневой гнили, и Андрей, он будет вносить посевной материал. Вот я копаю посевную ямку. Вот Андрей берет клубень. Бери, Андрей. Георгий, поливай. Так. Все, хорош. Молодец. Повторили дети. Андрей, бери клубень. Бери клубень, клади сюда. Так, клади. Так. Поливай. Молодец. Достаточно. И третий дубль. Давай. Третий. Давай, бери сразу картошку. Андрей, клади. Клади. Молодец, Гош. Вот так это делается. Вот. Все. Если мы заражаем цветки, то это можно делать определенными способами. Третий способ заражения растений – это метод кастрации. Он предназначается для заражения колосьев пшеницы спорами возбудителя пыльной головни. Он представляет собой искусственное отделение цветковых и колосковых чешуй, а также отдельных цветков от колосков. В результате образуется доступ для поражения цветков спорами головней и нанесения этих спор в освободившиеся места. Наконец, четвертый способ, он разработан в Визре. Он представляет собой метод Кривченко или метод применения вакуумного насоса. Он заключается в том, что пшеницу помещают в специальную камеру. Эта камера трубочкой соединяется с вакуумным насосом и каким-то вместилищем спор возбудителя пыльной головни. Когда мы включаем вакуумный насос, то создается воздуходвижение, направленное на колоски. В результате происходит заспорение этих колосков под давлением спорами возбудителя пыльной головни. Я только должен отметить про данный раздел, что вот этот раздел имеет большое прикладное значение. Вы можете быть
в этой плоскости профессионально востребованы, поэтому изучите этот материал особо тщательно. Уважаемые студенты, наш курс иммунитета растений закончен. Спасибо за внимание. Уважаемые студенты, уважаемые слушатели наших лекций по курсам фитопатологическая часть защиты растений и иммунитет растений, я хочу обратить ваше внимание на одну особенность. Эти лекции монтировались и готовились в режиме самоизоляции на основании законов, принятых руководством нашей страны в лице президента Владимира Владимировича Путина, мэра Москвы Сергея Семеновича Собянина и губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Мы находились в режиме самоизоляции, готовя эти лекции, эти материалы на основе приказов ректора нашей Тимиряевской академии, академика Владимира Ивановича Трухачева. Мы сейчас не можем посещать корпуса академии. В то же время мы должны были быстро и качественно подготовить для вас эти видеоматериалы для получения вами необходимой информации и главной подготовки вас к аттестационным мероприятиям. Поэтому, чтобы решить все эти задачи, нами было принято решение использовать материалы открытого доступа из ресурсов интернета в рамках исключительно учебного процесса. В сложившейся ситуации у нас просто не было другого выхода. Но мы, конечно, ограничивались только рамками учебного процесса. Мы не могли использовать ресурсы сектора фитопатологии, предназначенные для этого. Мы использовали много наших собственных ресурсов из нашего видеоархива. В принципе, в вузах и студентами, и профессорско-преподавательским составом такие ресурсы используются и используются достаточно давно, но в рамках учебного процесса. Мы призываем вас также использовать данные видеолекции только в рамках учебного процесса в ознакомительных целях, но не использовать их в рамках каких-либо иных целях, особенно для коммерческого использования. Благодарю вас за понимание и еще раз благодарю вас за внимание.